Ценность взаимоотношения. В характере Бога нет гордыни. В нем нет гордой независимости. Вот суть триединства. Бог может справиться с самой ответственной задачей руководства во Вселенной через божественное взаимоотношение. Дьявол стал дьяволом из-за гордыни. По этой причине его царство не устоит. Гордыня ждет мига успеха и силы в жизни человека. Неожиданное искушение ослепляет человека, чтобы он не видел других. В конечном счете, гордыня разрушит человеческую способность любить, ободрять и служить. Второе послание к Коринфянам, 12 глава, 10 стих. «Поэтому я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа, ибо когда я немощен, тогда я силен». Пастор Маттев.